on rolling, baby. You know what time it is. Keep rolling, 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 rolling. 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 С корабля на рок-бал. 11 утра на фестивальной поляне. Утренняя гимнастика. Подход к фестивальному полю напоминает настоящий муравейник. Стоит практически идеальная погода для такого концерта. Дождь давно прошел, а солнце так и не вышло. Так что питьевая вода, которая здесь в избытке, особым спросом не пользуется. Чего не скажешь о пиве. Выпито 75 тысяч литров. Уже позже подсчитают организаторы. Рок над Волгой начинается с металлоискателей. Чтобы гости были в рамках, полицейские отнимают даже воду, чем почти никого не напрягают. Я уже третий год езжу. Вообще супер фестиваль. Собираются все города. Лучше нашествие в 100 тысяч раз. Я не обломался. Я собрал автобус, привез людей сюда, чтобы отдохнуть им. Они отдохнут, хорошо проведут время. Лучшие исполнители – более 300 тысяч человек из трех десятков регионов страны. Их ждет тяжелое начало. Группе «Мордор» не привыкать. Четвертый год на разогреве. Как вы не ругали, что бы там ни говорили. Четыре года вот такие кренделя открывают фестиваль «Рок над Волгой» в День России практически. Ну, когда это могло быть возможно? Ну, просто подумайте. Так что хорошие времена живем. Сложные, но неплохие. «Рок без грязи» – новая фестивальная поляна оказала меломанам теплый прием. Фестивальная поляна так и просится, чтобы на нее упали. И не потому, что ноги не держат от градуса. Просто так слушать можно с комфортом. Полный релакс от группы «Юпитер». Анна любит потяжелее. Четыре года прикована к инвалидной коляске. Там, где рок без барьеров, инвалиды над толпой на специальном подиуме. Еще одно ноу-хау «Рока над Волгой 2012». Все абсолютно хочется посмотреть, потому что я первый раз. Как бы дома одно, а вживую увидеть это по-другому совсем. Ангелы фестивальной поляны, сотни волонтеров. Юля мечтала помогать звездам. Приходится собирать бутылки. За кулисы пускают только самых трудолюбивых ангелов. Я не ожидала, что я получу такой огромный позитив. Люди просто радуются. Я собираю мусор, они хлопают. Полицейские аплодисменты не срывают, с работой справляются. Почти 3000 человек на охране порядка. За исключением мелких стычек обходится без происшествий. Крупнейший Open Air Европы под Самарой. Не до отдыха и первым лицам. Замечательный бренд новый в Самарской области, который привлекает сюда сотни тысяч людей. Для меня это особенно приятно, поскольку рок-музыкой я увлекаюсь там с подросткового возраста и, конечно же, не мечтал в свое время, что когда-то в Самаре будет проходить такой фестиваль. Глава Самары Дмитрий Азаров воспользовался положением. Разговор тет-а-тет с Борисом Гребенщиковым. О чем секретничал мэр с вечным хиппи, остается только догадываться. Мы обсуждали генеральный план развития России на 30 лет. А Самара? Министерство товара будет ценным в России. Главный мудрец российского рока может дать ценный совет не только мэру. Владитесь и размножайтесь. Очень хорошее пожелание, но я скажу чуть-чуть проще и ближе к делу. Любите друг друга, пока есть возможность. Пока вы все живы. Осуществляйте, пожалуйста, эту возможность. Потом ее не будет. Десятичасовой музыкальный беспредел в канун Дня России с благословения церкви. Во времена моей молодости, когда я был неформалом, был хиппи, мы ходили на такие вещи, подпольные, для того, чтобы там отрываться. А лишь там что-то понять, чтобы услышать какую-то вот философскую концепцию. Хиповатые девчонки из Уфы над Волгой ищут хлеба и зрелищ. Что вас подвигло в такой дальний путь? Ну, конечно же, грядущий апокалипсис тоже на это повлиял. Единственный минус, конечно, хотелось бы поболее разнообразное меню. Помимо в плане еды. Цены кусаются на еду. Ну, блинчик 200 рублей. Что вы сюда есть приехали? Самый дешевый продукт на фестивале – мороженое. Полсотни за прохладу. Все подходят к мороженому и спрашивают пиво в любом случае. Фестиваль «Рок над Волгой» уже совершил революцию в организации подобных Open Air. И речь идет не только о масштабах. Здесь со знанием дела составляют плейлист. Сначала грамотно разогревает толпу, доводит ее до предела, а потом постепенно снижает накал, чтобы стихия оставалась управляемой. Он делает чудеса. Смотрите.
Сергей Шнуров для «Рока над Волгой» специально обновил гардероб. Спортивная форма замечена прессой. Журналисты пытают короля эпатажа на предмет футбола. Меня заинтересовала художественная гимнастика. Там тоже есть мячик и ноги, но это женские. И нет ворот. И наши все время выигрывают. Успех «Рока над Волгой» отменяет все разговоры о возможной смене формата. Считают те, кто работает не просто в офисе, в Госдуме. Когда ты понимаешь, что ты становишься составной частью многотысячного коллектива и чувствуешь рядом с собой энергию людей, мне кажется, что вот этот драйв, он самый сильный и есть. Ближе к вечеру иностранный рок-десант против французского и украинского «Адзаса» и «Океан Эльзы» Гарбач порадовала фанатов старыми хитами. За происходящим на фестивале наблюдал весь мир. Звездные твиттеры зашкаливают. Сумасшедшая Самара, это было волшебно. Я думал, «Рок над Волгой» – мегафестиваль. Так и есть. 300 тысяч человек взрывают ваш мозг. Апофеозом уже в ночи стало выступление «Лимп Бискет». Все очень понравилось, очень хороший продакшн. Это второй крупнейший фестиваль, где мы выступаем. Первый был в Америке в 99 году. Для рок-фестиваля имидж – все. Дёрсту понравилось, дело сделано. Многие ехали на «Рок над Волгой» специально, чтобы послушать обнаженный металл совершенно бесплатно. Now I know y'all be loving this shit.